следующее воскресенье. Швондер, Штепсель, Шпигель и Шрёдер. Этим детишкам придется за все ответить. А вы вообще знаете, кто такой Владимир Высоцкий? Он с гитарой, значит, певец, наверное. Да и взрослым будет нелегко. Лайки, друзья. Елена, нам нужна помощь. Новое шоу для всей семьи «Детки предки». Премьера. Следующее воскресенье. 12:00. Реальное движение от реальных пацанов. На СТС.